Раздел. Имея общий дом и общую контору, какие-то честные торгаши наторговали денег гору, окончили торги и делят барыши. Но в дележе когда без спору? Заводят шум они за деньги, за товар, как вдруг кричат, что в доме их пожар. Скорей, скорей, спасайте, товары вы и дом! Кричит один из них. Ступайте, а счеты после мы сведем. Мне только 1000 мою сперва додайте. Шумит другой. Я с места не сойду долой, мне 2 не додано, а вот тут счеты ясны. Еще один кричит. Нет, мы не согласны. Да как, за что и почему? Забывши, что пожар в дому, проказники тут до того шумели, что захватило их в дыму. И все они со всем добром своим сгорели. В делах, которые гораздо поважнее, нередко от того погибель всем бывает, что чем бы общую беду встречать дружней, всяк споры затевает о выгоде своей.